А что случилось с Юрием Куклачевым? Привет, это Таня и рубрика «Куда пропал Витас?», где мы исследуем судьбу звезд 2000-х. Юрий Куклачев – артист цирка, клоун и дрессировщик кошек. Именно это умение принесло Куклачеву всесоюзную известность и позволило открыть театр кошек в Москве. Сейчас Юрию 74 года. Он практически не выступает на сцене, но с удовольствием выезжает на гастроли с театром, где остается художественным руководителем. В театре сейчас более 200 кошек и большая команда артистов, в том числе дети Юрия Куклачева. Сам Куклачев пишет книги, занимается благотворительностью и следит за огородом, а помогают ему в этом 15 кошек, которые вышли на пенсию в театре и теперь находятся на заслуженном отдыхе. Если вас хотя бы раз пугали одинокой старостью в окружении кошек, то присмотритесь к примеру Юрия Куклачева. Он достаточно вдохновляющий и совсем не страшный.